Туск, он же бивень, он же ужас из барьера, он же снежный ком из кобальта. В поисках противника, способного победить его, он прошел сотни земель и шел тысячи ночей. И именно в таверне «Волчья дыра» он нашел свою судьбу. Об этом и будет сегодняшний наш рассказ. Заходя в малолюдную таверну, Туск первым делом решил подойти к трактирщику. Одну кружку эля, пожалуйста. Ну что ж, а теперь к делу. Ставлю 100 золотых монет, что никто из вас бездари меня не одолеет. Не зазнавался бы ты. Такого карлика даже бить жалко. Следующий. Вырубил с одного удара? Что ж, недурно. Думаю, мы с тобой... Похоже, наступила моя очередь. А ты неплохо сражаешься. Как насчет того, чтобы поучаствовать в настоящей битве с самыми сильными соперниками? Просто покажи мне, куда идти.